где-то. В каком месте? Вот эта верхняя часть. Справа, слева? Ну, в принципе, я себе... Что я делаю? Я вот как раз нажимаю на склону позвоночника, как раз идет бой. Плюс делаю, упираюсь головой, головой именно затылком. Кровати. Куда упираешься? Вот упираюсь головой и проворачиваю влево, вправо. Ну ты делаешь почти правильно, только это же называется самолечение. А надо же правильно. Ну, дело, что чем получалось это. И после того, как ты себе это вправишь, тебе легче становится, да? Да. Вот здесь себе больно? Здесь себе больно? Да, здесь себе больно? Опа. Какой Ярослав. А смотри, как в таких случаях делают. Смотри, я зажимаю этот C1, головочку налево, на 45 градусов. Этой частью жми на меня, жми на Наташу. Не туда, вот туда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Снимаем бачок. Бачок это снимаем. Еще вдох. Еще жми. Только головочка по 45 градусов. Вот так. Чтобы там съезжал позвонок. Отпускаем. Так как ты делаешь, ты, конечно, себя облегчаешь. Но оно же тебя не надолго, скорее всего. А делать нужно лучше. Раз там. Еще жми. И отпускаем выдох. А теперь проверяем. Боль уменьшилась? Трошки. Уменьшилась. А ну идем чуть-чуть ниже. Вот тут маленько, да? Да. Точно так же есть еще методы Стила. Это я вам показываю мышечно-энергетические техники. Есть методы Стила, американец, основатель, собственно, мануальной медицины. Смотри, как это делается. Я сейчас зажал поперечные отростки, слева у него проблемочка, влево наклонил лоб на 40 градусов. Теперь ищу точку легкости. Когда мышца, держащая C2, расслабится. Ищу. Либо это так, либо это так. И вижу, что вот так она расслабляется лучше. Теперь я отсюда нажимаю на сенсорный палец, который держит этот поперечный отросток. Нажимаю его и открываю этот мыщелок. Открываю его. Теперь поворот. И все движение. А теперь смотри. Теперь не больно? Нет. Потому что мы этот убрали дисфункцию эту. А ну теперь поработаем. Проблема в этом месте связана с нарушением кровообращения и подачи крови в головной мозг. Раз меньше крови, меньше кислорода. Меньше кислорода, мозг начинает возмущаться. И дает сигнал сердцу. Сердечко качай. Больше крови. Сердечко начинает качать. А сосудики-то, какие были раньше, чтобы больше проходило крови, нужно больше диаметра сосудов. А сосуды у него, допустим, уже привык к этому давлению, допустим, к пониженному. Очень многих понижено давление, и все себя считают счастливыми. У меня нет гипертонии, у меня все красиво. У меня вот все эти таблетки от давления, а у меня... Это рано радоваться. С возрастом вот эта гипотония переходит к гипертонии. Я не пугаю, я расскажу вам реальные вещи. Потому что с возрастом все равно нужно будет крови сюда столько, сколько нужно, сколько головной мозг требует. А тут ветшает все. Знаете, во что превращается наш ребенок? Видите, из утолости поясничка больше, и все, и мы начинаем кряхтеть, и там болит, там болит. В итоге, вот так вы сможете помогать своим, кто пришел к вам на консультацию по этому делу. Важно начать. Даже, может быть, не обязательно вам такие тонкости, которые я вам рассказал, а просто посадили человека наоборот, на стуле. Склонил он лоб. А ну-ка, повернись наоборот. Нет, сядь наоборот. Наоборот, на коня. Верхом сядь. Просто, вы же психологи, вы же не... Просто человек сел, допустим, положил под это. Это вы тихонечко-тихонечко размяться. Тихонечко. Бывает только одно даже несколько массажных движений, и человек восстановил кровообращение. Тем более он снял свой злоб, свой зажим, который его почему-то не пускал. Почему Иван Иванович рассказывал? Потому что часто эти зажимы бывают за наше сознание.
подсознание зажим, а он не дает нормально функционировать сознание. А это же уже обычные эти вещи. В итоге смотрим, что у него предшествовало этому делу. То ли травма, то ли испуг, то ли там еще что-то, то ли в автомобиле там дернулся, то ли чихнул, бывает, от чиха и там уже да. Смещается. Ну, у нас прыжки постоянно прыгают с парашютом. Это вот это. И то он. Просто. Не было много прыжков. Ничего нет, там когда дергает этот самый кушение. Там все двигается, понимаете? Вот почему всех парашютистов учат. Нет, дело, что это нижняя часть. Учат как? Приземлился, сразу на бочок и на бочок. Ну, да. Чтобы не на прямые ноги. Нет, даже и распадаешь. Потому что по-любому это удар. А удар куда потом транслируется наверх. Наверх и снизу. Нет, а когда выходит основной купол, он делает. Я то же самое. Я вот зажимал рукой, расслаблял и пытался вот. Делать вот эти вот движения. Ну, в принципе, ты все правильно делаешь, что может человек, вот, в принципе, делать. Я вот пошел по шерсту, вот иду. Ты все правильно делал. Правильно делал. И потом получается вот это тоже, ну, да, лежа на кровати, упираюсь. Да даже можно и сидя. А теперь рассказываю, как вот эти лестничные мышцы укреплять. Всех касается. Я сам себе это постоянно делаю, ну и как-то держусь все-таки. Смотрите, делаешь вдох носом. Жми ушком на мою руку. Вот ты, это сильно очень. Шея, нежный орган слабее. Жми еще. Раз, два, три, четыре, пять. Отпускаешь. 3-5 раз делается, по 3-5 секунд. И не сильно. Это очень сильно жмешь. Отпускаем выдох. Дальше, следующий этап. Вот он, когда голова была вертикально. Говорить надо на вдохе. Он крутил, на вдохе, да. Он сейчас на тренировал ту лестничную мышцу, которая держит атлант, верхний позвонок. А их-то у нас 7. Теперь, смотрите, он атлант. Следующий, на 10 раз он наклонил. Вот сейчас уже будет мышца работать, которая держит аксис. Второй, жми ушком на руку. Не сильно, чуть-чуть, вот так. Отпускаем. Вдох опять. Отпускаем, выдох. Еще. Достаточно. Это был второй. Ну, еще 10 градусов. Так. Третий. Ага, зависимости от угла. Конечно. Угу. А как же? Еще жми. Отпускаем. Еще жми. Отпускаем. Да. Отпускаем. Опа, и тут уже подправилось уже аж здесь. В итоге вместо этой руки свободна эта рука. Понял? И когда ушко уже дойдет аж до плеча, там уже на 6 и на 7, в итоге работаешь. Точно так же с этой стороны. Жмем. Отпускаем. Почему? Потому что позвонки имеют то же самое, те же самые степени свободы, что и крестец. Позвонки могут флексироваться, могут ротироваться и могут совершать торсию. Зависит от этих, от движений. Если человек водитель, то он постоянно вот только работает. Правда? Какая мышца тебя напрягается постоянно, да, что деформация вот. Поэтому эту мышцу, а так он подтягивает той крепкой мышцы и выставляет все шейные позвонки в одну линию. Тогда не будет блоков. Многие совершают ошибку, когда вот так вот, ух ты, какой я молодец, как я кручу шею, да? Угу. А на самом деле крутит только С7. Один единственный, остальные стоят. А как правильно? А правильно вот так. Положил головочку на темечко вот так. Там, где родички в детстве были. И вот, тихонечко. Вот так они все крутятся. Да. Поняли? И все они освобождают, если там есть какие-то блоки. Запоминайте. Я многим своим пациентам всегда пересылал по Mail.ru, когда у меня еще был Room. Сейчас же Mail.ru нет уже. Gmail. Пересылал сообщение. Типа фильм. Небольшой. Как не погибнуть за компьютером? Сейчас компьютеризация – это всеобщая трагедия, с одной стороны. А у вас есть это кино? Вы можете еще? Кстати, есть, может быть, я и перешлю. Я найду, где он. Вы понимаете, у меня 9000 сообщений в Mail.ru. Так они же заблокировали в Mail.ru.
Ну как-то можно его это зайти. И вот я эти сообщения не вытираю. Все, что по здоровью, я рассылал. Вот эти сообщения, потом интересные сообщения, все вписывались. Как правильно ходить на горшок? Ну, это мать говорила, что под углом. Мы неправильно, этот унитаз, который у нас европейский, он против эргономики нашей. А как правильно? Как правильно? На дырку уходит. Возле унитаза поставь скамеечку. И чтоб коленки у тебя аж шли к груди. Вот туда, да. Глубже. Ну, я поняла. И не будет запора. А я себе представила картину. А в чем проблемочка? А скамеечка сильно высокая должна быть? Не, ну чтобы коленки до груди достать. Вы вспоминаете, как мы шли. А если наклоняться? Владимировна, кухонную табуретку. Тихо, это же было Симона. Вся проблема в том, что закрывает наш сфинктер кишечника. То, что должно уйти на горшок. Концевидная мышца. Она закрывает. И тогда ничего туда не вываливается, никаких ничего. Поняли? Потому что прямая кишка пустая. Ну да. А до нее вот эта концевая мышца зажимает. И когда вы сидите вот так, сядь под углом. Сядь под углом губы. Не-не, наступите. Видите? Смотри. Тут прямой угол, тут прямой угол, тут прямой угол. Она не открывается, приходится дуться, чтоб ее это самое, понимаете, если у кого проблемы с кишечником, с печенью обычно, проблемы, полнота излишняя, запоры, из нее приходили женщины, 2-3-4 дня не ходят на шок. Что-то надо делать же с печенью, а это приходится печенью разворачивать, желчный пузырь разворачивать, чтобы не было дискинезии, чтобы работал желчный пузырек, это уже с области вестральной хиропрактики, понимаете. В итоге хрень получается. Поэтому, а когда он сядет вот так, вот мышцу подтянет этими мышцами, оно отпускает, и оно все само вываливается. Понаблюдайте. Класс. Так надо же, мужикам должно быть. Нет, мужикам должно быть. В Англии уже разработали новый вид унитаза. Этот унитаз против человека. Он совсем низкий. Вспоминайте, как у человеческих людей. Как они ходили потом летом за забором, присела и никаких проблем. Приезжает в город на наш унитаз, а у них запоры, у сельских людей. Ну, это потом уже сейчас. Не, ну нас интересуют наши вояки, которые в ротации, они по-нормальному. А они на унитазы там не... Они там на унитазы не ходят, понимаете? Там в дырку ходят. Нет, я понимаю, но все равно с этим проблемы есть. Вот, тоже давайте такие советы. Сразу спрашивайте, как у ЖКТ. Проверьте его язычок, проверьте язычок, гляньте, что у него с кишечником, с печеночкой. Потому что они же там неизвестно как питаются. Ну, да. Второе. Они же там квасят. Наши нет. Слава Богу. Потому что снять стресс, водка снимает стресс. Но если регулярно постоянно, так переходят другие дела все эти. Потому что от этой... Мы так поняли, когда Иван говорил, что все решает. Алкотерапия. Рыбочка. Да, а потом уже... На стресс, да. А если регулярно, постоянно, то там же выделяются эти дела все, начинается дискинезия, начинается проблема с печеночкой, а потом смотришь, оно где-то. Вот это вам такие практические советы, что вы смотрите ребятам, которые там, понимаете? Поэтому это мало кто знает. Понимаете, про точки еще какие, вот по точкам. Вот ту точку, что я тебе вчера находил вот в этом месте, проекция ее вот здесь, проекция. Есть так называемый Фрэнк Чапмен. Был такой американский остеопат. И он нашел эти точки, которые начинаются от ключицы, вот здесь под ключицей, и доходят аж до чуть ли не до мечевидного отростка. Ключица в середине или с какого края? Снизу. Нет, чуть-чуть. Из-под ключицы. Верхнего края. И эти точки идут между ребрами. Ага. Есть... Вот сердечко, сразу одна точка есть болезненная, следующая точка кишечная. Дементьевич, которая при сердечном приступе, три точки в ряд, короче. Вот эта точка. Вчера ты какую точку? Вот мне выше, чуть-чуть выше. А вот ее проекция, тут тоже. Да, оно болело, да. Оно ж туда, поэтому, зная эти вещи, вы что спрашиваете меня, что у вас? Что болят точки, когда нажимаешь? Тут больно?
Рыбочка. Шо? Ну, наконец, смотри. Все. Шо? Рыбочка, все. Рыбочка, все, закопать. Рыбочка, смотрите, я вам показываю. Вот цифра 5. Римская. И междурёберные точки эти, они отвечают за внутренние органы. В данном случае там за горло, эта точка отвечает за сердечко, следующая точка за ЖКТ. Допустим, вам нужно, как нам рассказывал там один доктор, вот вы представьте себе, что вы были на приеме у английской королевы. Вас угощали явствами, все красиво, все хорошо, вы покушали со всеми вместе, все красиво. И уже кушать некуда. Да. А тут приносят десерт. Знакомо. Куда? Пусть хочется. Туда же. Некуда, уже все. Пакет. Так вот, есть точечка. А, надавить, чтобы оно есть пошло, точечка, да? Которая очень быстро эвакуирует разжеванную пищу из желудка в 12-перстную кишку. Есть точечка, да, такая. Раз, пять, три, пять, три минуты уже пошуровало, но ушло. Опа, есть место для уже всех. В штанах. А там место. Ребятки, еще я вот хочу, чтобы наша была полезная беседа. У кого какие конкретные вопросы? Вот у тебя, допустим, здесь. У кого еще есть какие-то вопросы? Рассказывайте. Вот я вижу наш профессор, что-то сегодня бледноватый. Взбледнул. Хотите, хотите еще раз... можно маленький вопрос, пока можно, уже можно, это. Можно. Вот смотрите, между ребрами вот находится это. Получается, бывает шариками, как бы как зуски. Вот когда их разминаешь, да, идет большая боль. Так. То есть разминаешь, после этого они уходят. Берешь кулачок и работаешь. Совершенно верно. И работаешь по правилам. Это триггерные точки ты разминаешь. Что это, шо это именно за густки? Это точечка, получается, склерозированная ткань немножечко. Там плохо проводит кровь, или капиллярчики тоненькие, плохо проводит кровь. Ты ее размял, ты ее прогрел, ты ее размассажировал, сосудник разошелся, кровь прошла хорошо, убрался этот комочек. Я просто что думал, что это нервы, это, именно это болевые ощущения сильные идут после этого. Вот когда ко мне приходит, ой, доктор, у меня, говорит, что-то, у меня что-то, допустим, там с почками. Да. Что вы ему отвечаете? А я спрашиваю. А я смотрю, кто его знает, почки, не почки. Я говорю, а вы доктор? Нет. А что ж ты сама себе диагноз ставишь или сам себе? Вот тут у него болит или вот тут даже внизу болит? А уже считает, что это почки. Анатомию-то знает мало. Понимаешь? Смотрю, никакие это не почки, это что-то другое. Я смотрю, а это, в общем, я не, допустим, в том месте, куда, может быть, против почек, а может где-то оттуда отдает. То есть не надо себе ставить диагнозы, если вы с этим раньше не сталкивались. Или если вам врачи не ставят такие диагнозы. Поэтому спрашивайте мне, что интересует конкретно вас сейчас. А потом вы сможете помочь тех, кто к вам обращается, помочь им. В отношении сосудников сейчас. Вспоминайте, сейчас у нас переходный период. То ли осень, то ли зима. То ли давление поднимается, то ли падает, и на все это реагирует наша нервная система. И в том числе кровеносная. Изменение давления, изменение температуры, ветер, снег, дождь, поднятие давления, опускание давления, магнитные бури солнца, эти корпускулы летают там 4 дня, сколько там солнцем достигают эти дела к нам, к Земле, и пронизывают все на свете, в том числе и нас. Когда происходят такие вот дни, люди, у которых проблемная и нервная, и сердечно-сосудистая система, это чувствуют. Чем они чувствуют? Им нехорошо. То ли давление, то ли дыхание, то ли что-то еще объяснить не могут. Что при этих явлениях происходит? Гуще становится кровь. Сердечко, сосудик. Кровь становится гуще, сосудик. И по сосудику, по которому она идет, а густая кровь больше приближается к периферии сосуда внутри. В итоге кровоток уменьшается, правда? Он так, допустим, был маленький. И еще на время этой магнитной бури, или смены давления, или вот дождь будет. Вот я вот это, надо мне календарь магнитной бури по пациентам вижу. Опа, сегодня столько-то, головная боль,
плохо, давление. Ага, понятно. Заглядывай туда, действительно, на барометр смотришь, давление упало. Поэтому, зная это, вот и советуйте всем своим, кто к вам обращается. Зная это, эти дни нужно, во-первых, пережить. Во-вторых, что значит пережить? Выспаться, принять что-то там, какие-то там расслабляющие нервную систему микстуры, или чуть-чуть, или 30 грамм коньячка, чтобы что-то расширилось, и успокоить нервную систему. И убрать, естественно, блоки в шейной модели, то, что поставляет кровь в головной мозг. Когда вот, вот девушка румяная, попчик румяный, румяная, бледненькая. Благородных кровей. Ваня нормальный. Я, допустим, тоже бываю бледный. Дементьевич, ну благородных кровей, ну что вы бледненькая, принцесса. Нет, как приходит девушка, допустим, никакая. Смотрю, давление низкое. О, падает, то не будет. Короче говоря, исправляем тут это. Вы же понимаете, как поступает кровь в головной мозг. Оно по нескольким сосудикам. Первое, есть позвоночные артерии. И эта позвоночная артерия такая хитрая, особенно слева. Вот тут где С2, а он же не имеет дырки. Вот они, видите, дырки не имеет. Вот это дырки для позвоночных, для артерий. А С2 нужно его обойти справа, обойти стороной. Справа или слева? Они идут симметрично, и там, и там. И туда приток крови, и отток крови. Посмотрите на аксис, разработайте его, и уже пойдет лучше кровообращение. Вот, это то, что, да, это то, что мы делаем. Вот то, что я вам сейчас делал. Почему? Потому что мало поступок. Да, второе, как поступает кровь в головной мозг. Мы это при стрессе делаем. При сонной артерии. А вот здесь еще бифуркация. То есть бифуркация расслабления на лицевой череп, лицевой. И на мозговой череп. То для лица, для органов, допустим, лица, там глаза, там нос, там горло, все остальное, уши. А то для черепа. Точки раздвоения, да? Точки раздвоения надо найти? Нет. Я говорю, как питается головной мозг. В данном случае плохо у тех, кто лицо бледное, плохое кровоснабжение по лицевой артерии, артерии. А кто розовенький, тот тупее. Что? Кто розовенький, тот тупит немножечко, потому что говорит. Ну, тут надо или румянами намазался, как я. Так вот, убирая дефекты кровоснабжения, улучшая приток крови головному мозгу, вы улучшаете работу его. Плюс добавляется кислород. А кислород как попадает туда? Туда, как в сторону попадает? Как? Через дыхание? Через дыхание. Да. А как именно О2 попадает в мозг? Ну, насыщается сердце. Кровь. По большому кольцу кровообращения. Ну, начнем. Где происходит газообмен? Где по большому, когда по малому? А, по малому. Большой это да. Рыбочка, эритроцит. Это красный кровеноситель. На него садится молекула О2, как на всадник. И эритроцит выводит через кровь, там же образуется газообмен. Из СО2 превращается в О2 и СО. И СО2 углекислый, чтобы выдыхать углекислый газ. А О2 попадает через эритроцит в головной мозг. Уважайте, какая зависимость от кислорода наших головных болей. Ну, опять кровообращение, опять-таки эти позвонки, опять-таки артерии, все, что связано, понимаете? Кто в армии об этом думает? Ему вперед, шагают, стреляют, вперед и все. А потом, когда перерывы, перекуры, утром человек не может спать, то начинается проблема, рыбочка. А потом они переходят психологически, те, которые вы должны снять с них. Однозначно. Ты будешь его уговаривать, да, давай, ребятки, сели, проверем медитацию. Устраним ваши эти блоки. Сели, успокоились, подремали. Супер. Расслабились. То есть человек смог расслабиться, и это уже ему здорово. Но бывает, что этого маловато. Потом надо еще же убрать и у те блоки, о которых мы говорили. Знаете? В итоге получается, что вы работаете психологически, и оно там расслабляется. А тело еще в блоках.
Ну, а я вот хотела спросить, у нас приезжали ребята, короче, из организации «Сердце воина» слышали, с Харькова, они тоже там с остеопатами проходили, и они привозили, они показывали тоже такой, как мячик, и вот они там делают, тоже снимают мячик, и вот по стене. Да, если мячик, это большой тридцать, я всех советую, у меня на окне так и лежит. Хочешь себе сделать массаж, самомассаж, ложись на спиночку. Локтями работаешь, ногами работаешь, и по спине катаешь теннисный мячик с обеих сторон. Не по позвоночнику. Не по центру, а по вертебральному суставу. Справа и слева. Подмышцам спины, они нам тоже показывают. И очень сильно, кстати, смотрите, качали, подними, свитерочек. Они мышцам этим. Качаете, качаете, начиная отсюда, вот здесь, вот здесь, вот здесь, и вы не по систем матровском, тут бесполезно, тут нервов вообще нету. Нервочки все выходят вот здесь, понимаете? Поэтому качаешь, качаешь аж до шеи. Потом обратно тихонечко. Причем нашел место, где болезненная точка. Опа! На ней остановился. И на ней вращается, вращается, вращается. Поняли? Это то, что точки триггерные. Вот я хотел, Дементьевич, расскажите о триггерных точках. Триггерная точка, рассказывай. Послушайте, вот это сейчас очень важно. Вопрос по этой тематике. Кататься на позвоночнике можно? Нужно. Нужно. То есть это все равно получается, мы катаемся тогда на кости. Мы вот этими тросками чуть-чуть приводим движение позвоночника. Короче, это не на полу, на это полезно. Все. Это очень полезно. Ну, я на всякий случай спросил. Еще надо, что качаться головой же, понимаете. Если где-то зажим туда-сюда, его нужно убрать. Я сейчас можно себе на него хуже. Уважаемая публика, на то, что есть один вопрос, который вот сегодня я просил об этом тоже. Есть так называемые триггерные точки и триггерная зона. И это то, что вот многое из того, что сегодня показывал там Валерий Дементьевич, это является там практикой для людей, это длительный опыт там, и так далее. Это, и не каждый сможет применить. Это больше для того, чтобы вы поняли, что может помочь еще, кроме там, снятия напряжения теми методами, которые мы практикуем, что еще можно делать, да, помимо того. Но триггерные точки мы в состоянии вот работать и сами с триггерными точками. Вот это вот, Дементьевич, что это такое, как оно возникает и как с этим работать? Триггерные точки – это точки в организме, в местах пересечения сосудов, нервов и лимфотока, и лимфы. Они как вроде бы клубочек рядышком, подходят друг к другу ближе. Смотрите, сосудик плохо работает, будет воспаление? Будет воспаление. Что этим сосудиком управляет? Нерв. А нерв зажат. Ну и что дальше? Блок, да? Точка начинает возбухать. Для чего лимфоток? Снять все отходы из сердечно-сосудистой системы и вывести их наружу. Лимфосистема — это как, ну, как канализация в голове, знаете? Ну, да, туда все стыкает, и тогда человека. Есть такой вид массажа, лимфодренаж. В 2000 каком-то году, не помню, я его забыл, я в Киеве, нам читали его французы. Специально пошел на массажное это дело все. И вот час он может вам работать с вашей лимфой. А лимфа параллельно сосудистой системе. Час лимфодренажа будет полностью здоровый человек. Прям таки здоровый. Полностью. Ничего не болит. Не, ну просто не болит ничего. Это ж не значит, что здоровый. Ну раз ничего не болит, значит здоровый. Надо себе программировать, что это. Короче, лимфотоки. Эти точки эти. Действительно, если это место разминать, улучшите что? Кровообращение. Улучшите иннервацию и лимфоток. В индусских этих делах эти точки называются мармы. Кто слыхал, кто знает, кто йогой занимался или знает, что такое слово. Ожегов у нас. Знаем. Вот. Значит, он должен был... Он по мармам специалист. Ну так вы, вот вам, может, лучше консультант, чем я. В итоге, эти точки не должны быть полезными всем, понимаешь? Раз этот сигнал есть, значит, с ним нужно работать. Вот там, где я вам чуть-чуть нажал, сердечко надо смотреть, рыбочка. Но мне здоровое. Значит, невроз на нем.
А это где зажимы? Сильные. А это зажимы вот здесь. Идите сюда, почитайте. Угу. Болезни сердца, легких, почек, желудка, желчного пузыря. Вот это место. Ну, грудной отдел, да. Грудной отдел, знаете. Верхний грудной отдел. И тогда будет все хорошо. А? Чем умирать? Чем умирать? Я говорю так. Гимнастики. Вот те же тибетцы, те же бассейны. Те же плавания, ну, это, я не знаю, подходит это бойцам. Может, когда они уходят на смену, то, конечно же, подходит. Понимаете? Второе. Перекладинка, турничок. И тут там надо висеть еще уметь правильно. Да, там. Вчера я показывал Андрею, как висеть. Если, вот, допустим, кто у меня только что был? Вот иди сюда, иди сюда. Будешь наказан. Подними, подними. Смотрите, у него был... Смотрите, у него был вот такая дуга, помните? Это было ниже. Мы это убрали, но эта мышца слабая осталась. Вот, она слабая, потому что не держит в этом месте вот эти позвонки, и они ротировались. Из-за этого пошел сколиоз. Эта мышца тоже самая слабая, потому что это все левая сторона. Чтобы их качать, нужно на шведской стенке, запоминайте вы тоже, на шведской стенке левая рука выше, а правая рука на одну ступеньку ниже, подтягиваться таким способом, тогда эти мышцы начинают работать. Хорошо, подтягиваться, ноги должны быть прямые или можно сгибать? Ноги могут висеть, или подгибать, или просто, ну на чем показать? Ну, у вас нет шведской стеночки. Да, то есть ноги уже не принципиально. Главное, не принципиально. Главное, чтобы он работал этими мышцами, накачивал их, которые потом будут держать позвонки, и не отпускать их в ротацию, потому что эти мышцы крепкие, тянут на себя. Тем более, если еще правой рукой тяжести носишь, жить правая рука крепче, больше он работает. Сюда все идет, знаете, так у него оно и видно, видите, здесь. Мышца есть, а там дряблая, да? Ну, не такая дряблая, но, во всяком случае, слабее. Угу. Поняли? Значит, надо еще определить правильно, как подтягиваться. Многие подтягиваются, допустим, симметрично, а нужно асимметрично. Потому что вы это не слыхали, да? Ну, Любочки, вы же часто слушаете такие лекции. И еще вопросы задавайте больше. Дементьевич намекнул нам, что мы лохи. Ладно, не, не, не лохи, вы тут ни при чем. Дементьевич, я же чуть позже. Вам, оно, вся эта информация приходит в нужное время для вас. Вот сядь сюда. Вот. А я все думаю, когда это будет. Дементьевич просто на лекции к Владу ходит. Я объясню, почему Влад главный психолог. Я к нему на лекции хожу. Он мне двойки будет ставить. Не буду. Уже нет. Нажмите что-нибудь. Смотрите. Видите, у него цвет лица? Сейчас. Желтенький. Ну, мало ли. С прозеленью. Может, как кто-то говорит. Влад включается. Говорит один... Один доктор другому говорит, с женой гуляет по кладбищу, умер этот мужик, я его 40 лет лежил, лечил от желтухи, а он оказался китаец. Вот он китаец, откуда я знаю? Его смотри, расстегнуть. И я продиагностирую его шейку. Хотя это нужно, конечно, видите ли, я больше привык делать на столе, хотя можно и так. Есть так называемый... Кстати, почитайте, полистайте некоторые конспекты, которые мне давали по ходу изучения, по ходу учебы в этой остеопатической ассоциации. Вот, допустим, я вообще... Ну, зачем позвонишь? Рассказывай. Сначала на вас посмотрим. Полистайте. Подождите. Отсканируйте, пожалуйста, где-нибудь. Вот я тоже, у меня уже телефон. Вот просто руки смотрим сначала. Кому дать? И вот смотри, я беру и делаю... И смотрю, что у него здесь, почему у него круг лицевой череп поступает хуже. Несмотря на гипертонию. Здесь больно? Да, больно. Ну так, не так, чтобы сильно, но хуже. Вот тут сейчас мы тебе это все снимем и давление упадет. Потому что часто ко мне приходят у кого там скачки. Нет, еще не колоссируют. Это все из шейного дела. Хуже. У вас очень сильный. Они тут нужны не сильные, тут вот блочок еще, отток плохой. Отток плохой. Приток хуже из-за этого дела. А теперь смотри, банальный массаж шейного отдела. Смотрите, я лицо не касаюсь. Смотрите. И сейчас я ее тут чуть-чуть поправляю.
Нет, вот сейчас мы сейчас приедем. Ну, в принципе, надо массажный стол. Извините, сейчас уже не занесу, там человека консультируют. А? Там человека консультируют. Вы же поспешили отнести туда. Ага, ну ничего. Сам виноват, я отнес. А кто там консультирует? Антон. Ого, как хрустильный. Ух, так, вот так не делайте. Не-не, это да, это. Мышечная энергетика. Это называется трансовый тип. Мышечная энергетика. Нет, трансовый. Не, высокоамплитудная. Высокоскоростные, низкоамплитудные. Так вам шею ломают, поднимают подбородок. Не, человеку сломать шею таким образом нельзя. Шею сломать очень трудно. Подбородок. Вот, вот. Смотрите. Я тебе ничего не делаю. Жми на левое подбородочек. Налево. Отпускай выдох. Вдох. Еще жми. Отпускай выдох. Вдох. Еще жми. Отпускай выдох. Отдых. Расслабился. Хорошо. А ну смотрим эту точку. Чатная. Больненько? Да, нет. А? Нет. Жир, наверное, мешает. У тебя не попадает на нее пока? О, есть, пошло. О. Между какими ребрами? Да. Между да, третьим ребром. Второй, третий, больно. Да? Там, третий. Где мы особо... Вот она. Это точка воздуха, знаете? Да, как воздух наполняется пневмотворик, торакс, да. Да. И вот сам себе разрабатываешь. Здесь точка и подлопаточная область, смотри. Проекция. Она же вот здесь. Здесь больно? Дружа, там, где, там же, где там, у где, меня. Где у тебя, да. Влад, там где-то в одних и тех же этих. Вот их проекция, видите? Фрэнк Чапмен, автор этих книг. Еще есть точки Беннета. Это все с этой области, с этой. В итоге мы сейчас эти бочки тут снимаем. Добавим кровообращение. И отток. А отток вот тут из этого хреновника. Слышно, вот здесь бочочек? Слышно? Ручками. Направо на 45 градусов. Этой частью зуба жмешь на мою руку. На плакат. Отпускаем выдох. Вдох. Еще жмем. Отпускаем выдох. Вдох. Еще жмем. Достаточно. Отпускаем выдох. И блок с этой стороны снимается. Чтобы был приток. Соответствовал оттоку. Тогда все красиво. Если приток слабый, то естественно будет давление пониженное. Если приток хороший, отток слабый, внутричерепное поднимается и общее давление. В итоге и то плохо, и то плохо. Значит, надо подбирать, когда будет симметрия. А симметрия, видите, еще начинается. Еще с самого раннего детства, когда люди начинают заниматься гимнастиками, танцами, какими-то видами, где движение. Uh-huh. И тогда... Вот это еще бочочек вот здесь. Чувствуешь? Uh-huh. Понятно, да? Uh-huh. Я это делаю, это зажимаю. И опять-таки налево. Жми подбородок налево. И это сильно, очень слабее. Отпускаем выдох. И я бы, конечно, посоветовал сделать томографию, чтобы было видно, что там творится. Uh-huh. Томография? Ну, это так. Понял. Молодые... Можно обходиться без них. А теперь... Не а так теперь, молод, как хотелось. А теперь? Не, уже и сейчас вот прямо молод. Даже так хорошо. То есть не да, что ты чувствуешь? Молод? Я сейчас работаю с его подключичной артерией. Смотрите, ребята. Угу. Ощущение совершенно изменилось. Это то есть не боль, по-другому ощущение. Угу. Смотрите, как меня учили лечить щитовидную железу. У нас врачи вообще поднавели так, что дальше некуда. Любому пациенту, который это, говорят, так у тебя УЗИ, у тебя хреново, у тебя там то, осталось жить два понедельника. Или принимают эти лекарства, иду в онкоцентр, к примеру. Я вот пример этого. Когда ко мне приходят с такими этими, я начинаю обследовать эту щитовидочку. А от нее очень сильно зависит, мужчин тоже, но женщины от них очень зависят, от щитовидки, потому что... Эта железа работает вместе с яичниками, и если где-то какой перекос выработки этих гормонов, то очень плохо, самочувствие плохое.
Ну, так, гиперплазия считается. Гипертония, это, конечно... Гиперплазия. Дисплазия чего? Дисплазия чего? Чечевидная железа увеличена. Увеличена. Гиперплазия. Я сейчас найду, какая. Подожди секундочку. Какая сторона? Щитовидная железа устроена так. У нее есть две верхние половинки и две нижние. То есть нижняя часть щитовидки питается от подключичной артерии, верхняя часть щитовидки питается от бифуркации сонной артерии. Я не зря о них говорил. И если симметрично поработать, и ту, как ты говоришь, плазию, на нее можно... О ней можно забыть. Когда ко мне приходят с щитовидкой, много было приезжающих, особенно оттуда, тот, кто уезжает за границу, наши женщины особенно, приезжают вот такие, ну не буду показывать на себе, типа как, ну, как уже зоб. Там уже им говорят, так, идите операцию делайте. Приезжаю, начинаю с ними работать, убираю блоки в шейном отделе. Добавляю крови на верхнюю долю щитовидки. При помощи работы он там, какая-то лечение артерий. Видела. Есть там? Угу. Там тоже есть как работа щитовидкой. И становлюсь на нее и на бифуркацию сонной артерии, и этот сосудик расширяю просто. На нее идет больше крови. Но это уже специализированная работа, эндокринология, это уже совсем другое. Хотя тоже. А нижняя доля питается от подключичной артерии. Вот подключичная артерия, а вот нижняя доля, смотри, нижняя доля. И вот я ее растягиваю. И щитовидка получает больше крови. Больше крови, начинается нормальная выработка гормонов. Но этого мало. Я всех отсылаю заниматься йогой. Особенно поза льва полезна. Ой, да. Занимаешься йогой? Да. А вот это напрягать. Напрягать вот здесь до боли. Эти дела. Хотите, я покажу, как кровь посылать в мозговой череп? Ой, в лицевой череп. Смотри. Я ничего не делаю. Только. Еще Ходорицкая нас учила. Помнишь? Как в это время? Это потом я сам. Смотрите. Легкий вдох. А теперь хочу выдохнуть, но не пускаю воздух. Смотрите. Ого! Начал краснеть лицо. Ага! Смотрите, покраснели. Однако. Что я делал? Ничего. Нагонял вот сюда, а если еще это делается вот с этим делом, глаза вылупливаются, улучшается зрение, улучшается работа. Самочувствие. Вот такое самочувствие. Видишь, это было страшно. Значит, поза льва. Я думал, с вами что-то случилось. Сняло конкретно. Да, я испугал. Это не я, это у нас Пашукова, а помнишь, она была там на лекциях? Кто-то мне звонит. Ладно, в другой раз отвечу. Итак, это вопрос лечения щитовидной железы. И опять-таки петь. Никто не отменял мантры. На разных частотах. Особенно ау и мм. Если нижняя доля деформирует, то мм, мычание. А высокие уровни. И так далее. Знаешь, ну кто-то хочет что-то сказать. Короче, все вместе взято. Все вместе взято. Ребята, стоя на этих. Это напрягаешь спину, шею до невозможности. И, естественно, кровь сюда наполняешь. В итоге идет лечение. 3-5 сеансов вы забудете, где у вас находится щитовидная железа. Нет, уже не лекування, а силення. Саша говорит, надо методы, вот что вы говорите, так методы. Нет, это же психопедия, я использовать это как кислород. Я по-любому отсюда можно завести. Я тоже просто смотрю, вы используете. Да, это, ребятки, полезно все, что помогает здоровью. Неважно, какое вид лечения. То ли китайские, то ли японские, то ли какие-то европейские, то ли какие-то заговоры. А заговор – это тоже информация. Сила.
Скромола начинается, яйцами скоро начнем катать. Где-то я прочел информацию, что человек входит... Подожди, дайте вспомню, о чем там была статья. Человек, врач с ним занимается, заводит его чуть-чуть в транс. А чуть-чуть разумянился? Да. Меня нехорошо стало. Ну вот, это. Смотрите, врач заводит человека в транс, тот человек в трансе плавает, а перед тем он у него берет анализ крови. А, и после этого, да? После транса опять анализ крови. А там уже показатели поменялись. Плюс вот эти все... Ну не Т-лимфоциты, а вот эти что побочные эти фагоциты меняются. Меняются фагоциты, уменьшаются, в норму идут. Только от одного от этого легкого транса. Ну, сейчас же шесть. Вот то, чем вы занимаетесь, когда вы делаете медитации, да? Когда делаете групповые или единичные, там какие-то неважно, какие вы делаете. Транса. Оно все. Очень здорово помогает. Поясни на да, я... Нет, просто... это же и говорили, кстати, извините, что перебиваю, что если ты считаешь молитву от души, то есть это правильно читаешь. Кстати, те, кто учат именно профессионально, то есть попы и все, у них идет на определенный вдох, на определенный выдох. Это та же самая дыхание. Совершенно то есть, верно. Получается, оптинские старцы не свое изобрели, поэтому оно и восходит. Поэтому, зная это, вы можете любому человеку помочь, но самое сначала помогите еще себе, а потом будете знать, как помогать кому-то. Ну, психологически вы, конечно, знаете, вы все люди ученые, и, а вас, ну что вас еще волнует? Какие? Давайте еще вопросы. Биологически активные точки. Что вы можете сказать о них? Есть такие точки. И как вы к ним относитесь? Очень правильно отношусь. Китайские точки, и это вся эта медицина, которая, которой 5000 лет, никто ее до сих пор там не отменял. И тут не отменял. Самые первые точки, которые, вот покажу, что делают при повышенном давлении. Их 5 или 6 точек. Смотрите, первая точка, там, где область переносицы, против гипофиза, гипофиз в этом месте находится, работает. Сам себе дерешь пальчиками 2-3 минуты, вращение в одну сторону, в другую сторону, по их делам, это типа вроде закручиваете, это типа торсионные эти дела все, торсионные поля. Вот эта точка. Это что, что при остром стрессе ты... Да, ты да, это же самое, то, что мы делали, когда... И при стрессе. Да, выводить человека. И при стрессе. Одна точка. Следующая точка. Там, где начинается волосистая часть головы. Вот она. Где? По всей или где? Не, по лбу. Да. Вот смотрите, поднимается вверх по центру. А, посредине. Вот где голос начинает... Вот это вот она, да. Эта точка. Ее даже можно почувствовать. Угу. Следующая все точка. Да. Уловил? Да, вот да? Чувствуешь голова, ага. Нехорошо давление. Померил тоже. Ага, надо что-то принять или успокоительное, или вот это работаешь. Следующая точка. Там, где в детстве у вас были роднички. Сейчас я эту точку найду, и она у него может болеть. Вот здесь болезненно? Это которая байхуэй? Да, первая точка. Лучше. Вот здесь болезненно? Ладони. Сейчас эту точку пока не нашел. Кстати, оно это действительно. Если да. Вот найдите каждый и проверьте, болезненно или не очень. Там, где в детстве были роднички. О, больно. Вот это я на нее нашел. И вот тоже 2-3 минутки так работаешь. В общем, ищем больное место и давим на него. Да, шевелерно. Массируй, массируй. Выше. Да куда же? У меня уже макушки здесь. Вот, она на макушке есть. Так тут не родничок. На макушке. На макушке, Наташа. Чуть-чуть сбоку. Она не может быть вся макушка. Посмотрите. У него почти... Ну вот где сходят? Где сходятся половины, да. Вот, у детей она еще пульсирует. Андрюш, это далеко. Вот здесь. Вот тут у тебя прямо на родник. Вот зачем? Это не байхуэ. Байхуэ больше. А я тебе говорю, там ты родничался. Там, где байхуэ, там, где завиток. Он говорит, что ближе. Андрей, та точка там, где завиток. Я понял. А это ниже, вот где... Я понял, я понял. Да. Еще одна. Я уже больше, шишковыдно. Байхуэ, она выше.
Да, да, да. Еще вот, дальше. Это значит, первая точка, вторая, третья находится следующая. Здесь, в точки за сосудистыми тросками. Да? Вот, да. Вот эти, да, любимые болючки. Значит, не именно туда лазинку, соломинку вставляют. Не, ну она может вот как, вообще сахасрара может как кулак и захватывать. Просто почему-то говорят, что индусы ориентируются на эту болючку. А буддисты вот сюда. То есть почему? Сейчас мы открываем, надавливание на эти точки расширяет наши сосудики, ребята. Поняли? Питаешься? А дальше, за счет уже дальше после этой. А вот я еще две точки нашел. За сосовидными отрезками. Ну эту мы да тоже знаем. Следующая точка. Значит, первая, вторая, третья, четвертая. Сейчас четвертая, дальше вот эти пятые. На диске вот здесь. Вот здесь на диске. Песочная кость вот здесь. Тут. Ой, у меня где-то, кстати, есть даже видео с вот этим, я себе зарисовывала. Да. Вот височные гости, это то, что без лекарств, чтобы у вас все под руками. Дементьевич, а по височным не круговые, говорят. Говорят вот, вот такие рыбочки. Вот, нет? Делаешь то, что помогает. А, я понял. А говорить можно по-разному, я понимаешь? Одни говорят, закручивайте по часовой информации. Другие, после обеда, в противоположную сторону выкручите, но это сильно большого значения не имеет, понимаете? Вообще, даже делают ноги, кстати, помогало мне надавливание 5 секунд. Точки, да, да, и пара. Тоже хорошо. То есть надавливание. Итог. Значит, это точка, и потом точки хэгу. И точки хэгу. Это же все знаешь. На хэгу. Даже сам себе делаешь параллельно. Вот эти точки, вот они. И обычно все болезни. Если проблема с пальцем, то пальчики. Вот так вот. Не, ну за что? Что? Еще один пальчик я пропустила. А? Пропустила что с пальчиком. Есть это точка активная, чтобы не смели. Бывает, что вообще. Ой, слушайте, в 90-е годы был такой, продавался прибор, если помните, вот мы на эту точку, на же катрохом. Она восстановилась, особенно с пальчиком. У нас тогда был тоже. Такой прям прибор, как стоком, который по точкам вытянул. Так, понял, точка чапана, вот она. Чапана, вот она. Когда этот, если Мы же говорили, да. Да, слушай, типа, я не это помогаю. Понимаете, нет, а Сема точка, Сема точка, Сема точка, Лаугун. 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 Я бы вам показал бы, но это надо на столе. Смотрите. Мне показывал наш профессор Парахин, что мне читал медоносительный. Вот так по дуге четыре пальца. Ну да, вот как. Если это ребенок. Смотрите, смотрите, на ком показать. Вот у меня вот с температурой человек есть. Но это его нужно положить на стол. Сначала нужно выяснить, от чего температура. Грипп. Грипп до свидания. Это вирус. Я вирус не передаю. Понимаете? Но есть, если не грипп, если просто прострел или еще там, допустим, анемия и прочее, как снимается температура? Смотрите. Вот смотрите. Вот ребенок. Представьте себе, что она лежит. Я к ней. Какой стороной дайте вспомнить? Ко мне вот этой стороной. Так. Вот так точки на легких. Вот так точки. По ребрам. Видите, как я по кругу эти точки. Видно? И 2-3 минутки вот так полежать на спиночке. Чтобы она лежала на чтобы точке. Она лежала на спиночке. Я сам по ней точки подвожу. Я рука под этим, и она лежит на лежит. Да. По сердцу. Поняли? Вот так. Да, по это с левой стороны. Вот позвонка, да. Смотрите, а вот если у взрослого вот так? Точно так же. Нет, с той стороны позвонка, я насколько понял. Я рассказываю, что произойдет, когда вы эти точки будете активизировать. Первое, вы уменьшите кровоток через легкие. Раз, кровоток. А что у нас тут проходит? Какая вот? А легкие, смотрите. Артерия. И вот вот так становитесь межреберной тетива по кругу. Межребер. И он лежит на спиночке.
Это же ближе берет. И вот так улучшается кровообращение через легкие. Раз сердечко больше качает кровь на легкое, больше температура падает. Мы обхватываем сердце, получается. Ну не знаю, что мы обхватываем. Ну я, так кого же именно? Да, сердце, сердечко-то вот здесь. И второе. Чем управлять температурой? Гипоталамус. Всегда поработает. Я поняла, что. Гипоталамус – одна из функций его терморегуляции. Вот, то есть, Дементий, еще первый палец, вот из этих, вот ты куда его приблизительно?